О том, какое зло несет в себе идеология террористов, красноречиво говорят шокирующие кадры, которые распространили интернет-издания. Боевики заставляют 6-летнего мальчика ползать под колючей проволокой и стреляют у него над головой. Пули едва не задевают ребенка, попадая в песок буквально в десятках сантиметров от него. Дата съемки не указана. Известно только со слов журналистов, что дело происходит в лагере Исламского государства в Сирии или в Ираке. Для детей, для своих отрядов террористы, как правило, силой отбирают у женщин на захваченных ими территориях.